Сегодня вышла статья на Лайфе. Норникель выплатил все 146 миллиардов рублей компенсации за ЧП в Норильске. И тут далее говорится о том, что средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил Норникель. Возмещение вреда водным объектам в размере направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам тоже в размере доход муниципального образования город Норильск. Вот так. Так что вот такие дела. Дам ссылочки, пожалуйста. Экологическая была катастрофа. Ну, вот так.